Привет гостям, подписчикам моего канала, на связи Игорь Северов. Сегодня я покажу вам актуальный сет своих гитар на текущий момент. Еще хочу сказать, что меня очень смешит Дмитрий Гордон, который рассказывает, как удивляются российские военные тому, как круто живут хохлы и утаскивают у них там стиралки. Вот я не украинский гражданин, я простой российский пенсионер. Не украинский пенсионер, как раз еще раз повторю, а российский пенсионер. Поэтому сейчас покажу вам актуальный сет своих гитар. Поехали. 12-струнная. Ovation Custom Legend, ребята. Американская. Производство США. Вторая. Ovation Legend. Производство Корея. Только вчера купил, или позавчера, на днях купил. Третья. Martin Alternative X. Такая только у меня, и у американского, и этого, блин. Майкла Джексона, блин. О, который помер, блин. Американское производство. Martin 12-струнный. Производство Мексика, Dreadnought. Ovation Celebrity, 6-струнка, производство Китай. И, соответственно, Gibson Les Paul, производство США. И тут мои эти педальки для электрогитары, соответственно, чтобы она чудесно звучала, как акустическая. И процессор для акустических гитар, для того, чтобы они звучали, как у Розенбаума. Ну вот, ребята, примерно так. Я российский пенсионер, показываю вам сет своих гитар. Поэтому не так уж плохо быть российским пенсионером. И не все так плохо в нашей стране, как казалось бы. Я, конечно, работающий пенсионер. Но неважно, любой пенсионер может работать и увлекаться тем, чем хочешь. Другой, как говорится, вопрос, что эти возможности у любого пенсионера в России есть. Есть они. И никуда они не денутся, я думаю, в ближайшее время. Поэтому, ребята, надо разгромить хохлов, для того, чтобы российские пенсионеры могли продолжать и дальше увлекаться дорогими американскими гитарами. Всем привет, это был Игорь Северов.